Привет, мой сладкий, привет, мой хороший грецкий. Сегодня с вами снова я, Тереза Надя. И сегодня такое маленькое, коротенькое видео, потому что получила посылку, которую давно ждала. Это было два скотча, точнее, не два, а как бы сказать, ну, заказ, в общем. Один был вот такой вот знаменитый американский скотч. Ну, конечно же, это подделка, не настоящий, но он точная копия. Выглядит вот так вот, розовый, пастельного такого красивого оттенка с золотым тиснением в виде дотса. А вот панда у нас здесь наклеена, что на первой, что на второй коробке. Вот, вторые скотчи у нас выглядят вот так. Какой информации, ничего такого не было. Просто было указано, что 10 метров вроде как заявлен. И он бумажный сейчас, кажется, вот здесь. У нас, ну вот, видно, сколько здесь намотки. Ее здесь очень много. И да, он бумажный, очень качественный. Вот, видно, как он красиво переливается. Реально выглядит как настоящий американский скотч, вот этот знаменитый, который просто везде, везде на Тамблере, на Ютьюбе. Я очень давно его хотела. Еще очень хочу заказать такой голубого цвета и золотого с ананасами. Вот, ну, также тоже полькудот такую. Вот, но один такой скотч стоит около 100 рублей. Покупала я его по скидке. Всегда беру через мобильное приложение, потому что тогда дается около 30-50% скидка. Вот, еще плюс бонусы всякие там накапливаются. Вот, так что я очень довольна покупкой и вот этим скотчем. Сейчас посмотрим вот эти вот скотчи, они тоже очень красивые. Сейчас я их вскрою. Открыла я их, вот, они красавцы. Просто не могу, невероятно красивые, просто как какое-то вечернее платье или какая-то вечеринка. Вот, и у них здесь тоже по 10 метров, как я понимаю. Очень толстая намотка просто вот у каждого. И сейчас скрепились, вот они. Вот, вот. Цвета очень такие необычные, у меня таких еще нет. Вот этот вот у нас не золотой, а более такой зеленоватый, очень красивый. Ага, даже такой лаймовый оттенок отдает. Затем голубой, очень красивый, очень яркий. Потом идет у нас вот такой вот нежно-розовый, скорее даже лиловый. Потом такой ярко-ярко розово-фиолетовый. На камере он больше фиолетовый, но в жизни он более в такой малиновый отдает. Затем идет черный. Тоже очень классно, у меня нет черного. И коричневый, тоже очень-очень редкий оттенок. Так что вот такие вот покупки. Оставлю ссылки внизу. Мне кажется, что на подарок вообще вот такой набор скотчей просто идеально будет. Потому что они очень необычные. Во-первых, они тонкие. Ими очень классно оформлять ежедневник. Разные абзацы, там делать рамочки, может быть, для записей. Или еще что-нибудь, как-то оформлять красиво тоже. Вот, и так что такие вот покупки, такие вот дела. Вот, если вам понравилось, можете тоже себе сказать, потом расскажете, как вам по качеству. Вот, продавец очень классный, правда, посылка шла больше месяца, заказывала я, наверное, в начале февраля или в конце января. Если честно, уже не помню. Вот, так что всех люблю, целую, обнимаю, до новых встреч, пока-пока!